В этом видео я разыграю неограниченное количество призов по $10. Всем привет, меня зовут Ксения, и я хочу продолжить разгон там минимального депозита, и хочу просто сегодня на вот эти $63 попробовать словить 3 ва-банка, то есть 3 ступени по анти-мартингейлу. Посмотрим, получится или не получится. Секретик в том, что нужно открывать максимально уверенные прям сделки, то есть если я буду уверена на 100%, то проходимость будет, ну, процентов 80-85. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал, возможно, вы найдете там что-то для себя полезное или не пропустите какую-то мою новость. Также подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайк этому видео и так далее и тому подобное. А еще я хочу начать уже проводить, наконец, такие эфиры, поэтому напишите в комментариях под этим видео платформу, ну там Форекс, крипта, бинарки, стратегию, там сумму сделки, в общем, всю стратегию пропишите, я буду просто в прямом эфире ваши стратегии проверять. Скажу так, что по чьей стратегии у меня будет выходить эфир, тот человек будет получать от меня $10. Количество победителей не ограничено. Вдруг мне сразу все стратегии понравятся, и я решу проводить эти эфиры каждый день. У нас есть сейчас только рынок OTC, и надо искать максимально уверенные входы. Поэтому я не буду брать вот эти, которые по 92%. Я возьму вот 81%. Ой, я тут сразу, кстати, вижу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так. Посмотрите, что у нас здесь образовалось. Вообще теханализ, кстати, у нас часто подводит нас на OTC, имейте это в виду. Вот. Мы видим вот такие вот горизонтальные уровни. И здесь вообще в идеале можно было увидеть голову и плечи. Дальше мы видим, что цена вот таким вот образом, вот этот вот восходящий тренд развернула на нисходящий. Вот смотрите, вот сейчас посмотрим, как цена здесь себя поведет. И просто уверенным движением цена пошла пробивать данный промежуточный горизонтальный уровень поддержки. Как я поняла сразу, что надо заходить вниз просто по микродвижениям. То есть вы всегда, когда смотрите, как цена себя ведет у уровня, вы можете понять, что дальше будет. Чуть-чуть вот сдвину, вот так сейчас. Здесь вот можно чуть ли не секундные сделки ловить, но опять же, цена сейчас стремится прям к нижнему минимуму, то есть вот к этому горизонтальному уровню, к этой горизонтальной зоне. И если бы сейчас еще что-то на депозите было, то я бы открывалась опять же на продолжение вот этого вот движения. Кстати, буду еще поглядывать на мнение большинства. Вот опять смотрите, вот здесь цена разворачивалась, то есть сейчас был такой импульс до вот этого вот уровня, так назовем, и цена опять импульсно уходит вниз. То есть вы можете неограниченное количество просто вот этих горизонтальных линий проводить и просто даже наблюдать, как цена себя ведет. Если вы научитесь понимать просто уровни, просто вообще логику движения цены, то все будет очень круто. Так, продолжаем проводить анализ. Приготовлю деньги, но не буду пока открывать. Хотя очень хочется. Блин, мне реально очень нужен верничок. Я вот сижу, просто наблюдаю сейчас за всей вот этой ситуацией и пока не могу понять вообще, куда мне открываться. У меня есть предположение, что... Быстро. Вот так. Смотрите, я дождалась, когда цена дойдет вот до данной зоны сопротивления, и мне хотелось понаблюдать, что же дальше будет. В принципе, мне понравилось, что она развернулась и пошла обратно вниз. У меня как минимум вот такой реально главный аргумент, что не было еще вот касания вот этой зоны. То есть вообще в идеале цена бы сейчас дошла вот до вот этой линии. Практически всегда так происходит. Вот, и поэтому я ждала, когда же будет сигнал на понижение. В принципе, сколько, я не знаю, минут 5 я просидела, и за минут 5 я дождалась эту точку, надеюсь, что сейчас вот 10 секунд, и все будет отлично. Здесь вот можно 15 секунд вверх открываться. Так, готовлю. Вот, если сейчас дойдет до этой зоны, я откроюсь на повышение на пару минут.
Вообще, посмотрите, даже с учетом того, что это OTC, сейчас почему-то здесь уровни теханализ отрабатывает. То есть я вот сидела и такая, так, следующая свеча такая. И, в принципе, нифига себе. Ну, то есть, блин, прикольный фон такой, когда темнеет. Красиво, да? В принципе, я надеюсь, что сейчас эта сделочка зайдет в плюс, и в теории можно будет остановиться. Так, тут у нас, смотрите, тут цена сразу улетела, и тут раз, два, три, четыре, пять. Пять свечей — это полторы минуты. И, в принципе, должно у нас как раз времени хватить, чтобы цена уже ушла наверх. Я очень на это надеюсь, потому что будет обидно слиться на третьей ступени. А что если вы будете каждый день вообще с любого там с депозита в $1 просто заходить и ва-банками открывать по 3 сделки и просто пытаться ловить 3 плюса? А что если 10 дней подряд словить по 3 плюса ва-банками, то сколько денег можно с этого заработать? Как вам идея, чтобы проверить такой метод? Да, это очень сложно, потому что вот мне, например, проще уже использовать тему, когда я могу себе позволить поставить догон. То есть мне проще рассуждать, что так, если что, я влеплю догон и так далее. Блин, ну как шикарно просто отрабатывает теханализ, вы просто посмотрите. Мне даже, честно говоря, хочется еще открыться. Но я понимаю, что мои $63 превратились 413, то есть чистый доход составил $350 за минут 15 торговли, или сколько там по видосу посмотрите. Понимаете? Просто за 15 минут $350. $350 по нынешнему курсу — это больше 20 тысяч рублей. Мне страшно представить, что некоторые люди за эту сумму целый месяц ходят в пыльный офис. Вот. Блин, если бы у меня сейчас были какие-нибудь курсы в продаже или там закрытая группа с сигналами, я бы сейчас охрененно вас прогрела и такая, ай, вступайте ко мне. Но у меня, к сожалению, нет сейчас никакого такого проекта, поэтому вы можете просто подписаться на мой открытый телеграм-канал. Вот. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромные пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!